Манго. Они здесь делают смузи. Сейчас Наде будем делать счет депозита. Мороженое. Вот ценное мороженое. В рубли, ну там умножить на 2. Само мороженое. Маленькая 65, большая 120. Умножайте на 2. Сейчас будем делать манговый смузи. Стоит 90 бат. И за это тоже можно сделать. Very good. Very good. Арой. 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 Арой Макмак. А мы сейчас скажем Арой. Арой Макмак. Макмак. Арой, давай. Фотографируем. Да. Ой, не номер. Встала? Где? Окей. Вот быстрый чек, сейчас давай. Фотографируем. А, где? Проспект. Проспект. Пришли. На дегустацию бананового смузи. Что? Вкусный? Как? Арой? Арой? А, манговый, да, манго, я банан. Ну-ка. Арой или не арой? Вкусно? Так-ка. Вкусно. Ну, очень холодное. Да? Супер. Супер, но мы полубольные, куда нам сейчас такое холодное? Да, ну, на солнышке. Стоит 90 бат, это 180 рублей. Вот на пляже у нас есть такая кафешка маленькая, не знаю, и можно взять здесь счет депозита питания. 2000 депозит мы заплатили. Ну, и потом они вычитывают, чек не дают, делай фото, говоришь, бывает проблема, ну, поэтому я сделал 2 фото, еще на видео записал. Руску взяли, рыбу взяли с картошкой, свинину, вот, картофель, это сама, фольги еще не брал ни разу. А вот наши русские цены, все понял, вот они цены. Это непонятка была. Окей. Ага, вон он жарит. Very good. Very good. Сомарой, I try, good, сомарой. Они же мне делают. And give me spicy, okay?
сегодня решил попробовать вот такой картофель. Чипсы. А, вот. Второй. Сам. Вот. Thank you, my friend. Что-то Вова еще притащил. Это что, картошечка? Да. Чипсовая. Чипсовая. Ну сейчас будем дико. А ну-ка попробуй, как она. Что-то посыпали солью и непонятно чем. Так надо. Горячая надо. Ну понятно, они только что приготовили. Вкусно? По фритюре готовили? Да. Все понятно. Поливали лимонным тестом жидким. Блин, не знаю. О, ну-ка попробую сейчас я. Very good. Принес нам фреш манго. Манго чудо тропиков. Ну, вкусно. Ой, вместо пива джус оранжа. Нет, это не апельсиновый, это манго. Че ты, смотри, как классно. Собрались сегодня прогуляться по территории отеля. Спускаемся на первый уровень. Магазины. Фэшн. Иди ты один магазин. Нет, два раза. Ты заходила, да? И массаж, и парикмахерская. Все. Магазин снимать не буду. Я хочу здесь. Пошел в парикмахерский массажный салон. Все вместе здесь. И здесь девочки делают такую прическу. Что здесь только нет? Это тоже свечи или что-то? Ароматизатор? Это лимонград. Где лимонград? Лимонград тоже. Вот. Вот, да? А, да, давай себе такой. Как он? Зажигается или нет? Нет. Ну, давай, девочка. А масок здесь нет, там маску не надо. Масок здесь нет. Ну, змея. Вот здесь клима, мама. Мыло здесь. Прикольно. Она же с ним надела. Ну, рядом второй магазин. Здесь одежда. Там сувениры, здесь одежда. Хорошо, никого нет, можно спокойно подснимать. Прямо где у нас. Да, хорошо. Пахочки. Памятники, шерсти, глазки, детки.
ткани совершенно не сошли. Цены не видно.